Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим очень вкусный салат «Новогодняя елка» с крабовыми палочками. Салат любят все. Подача шикарная. Готовится очень быстро и несложно. Готовьте на радость своей семье. Для любимого салата нам нужны будут следующие продукты. 200 граммов крабовых палочек. 1 отварная морковь для оформления салата, 6 отварных яиц, 2 белка также используем для оформления салата, 250 граммов консервированной сладкой кукурузы, соль, перец добавляем по вкусу, салат заправляем майонезом, также для оформления нам будет нужна зелень укропа. Как обычно, нарезали крабовые палочки кубиком, отварные яйца кубиком. Посыпала черным молотым перцем. Теперь добавляю сладкую кукурузу. Кстати, во многом вкус салата зависит от качества продуктов. Кукурузки, крабовых палочек. И заправляем салатик майонезом. Все хорошо перемешиваем. Майонез добавляем по вкусу. Нужное количество. Сегодня наш любимый салат, один из любимых, будет в форме новогодней елочки. Сейчас покажу, как сделать. Конус я уже приготовила. Перемешаем. Конус сделала из бумаги, она чуть-чуть плотнее листа А4, но размер такой же. Немного, вот не везде, застелила пищевой пленочкой, чтобы легче было извлекать нашу елочку с салата. Значит, что мы делаем? Заполняем салатиком. Не весь салат поместится, часть салата сюда поместится, а другая часть салата будет в обычной подаче в салатниках. Ну вот просто я люблю, когда на столе вот действительно праздничная подача блюд. И вот у нас всегда есть именно одно блюдо в виде, в форме новогодней елки. В этом году будет салат, любимый салат нашей семьи, любим и крабовые палочки. Готовлю этот салат не часто, но когда готовлю, мы его съедаем быстро. Уплотняем, обязательно нужно уплотнять. Тут у меня практически почти весь салат и ушел. Хорошенько уплотняем. Это нам в обед на дегустацию. Есть, смотрите, если сделать с А4, бумага очень тонкая и неудобно будет, знаете, сразу будет раскисать она, мягкая, а вот эта бумага чуточку плотнее. Сейчас ставим нашу елочку на тарелку, она буквально сразу же и отпадает, видите, как легко и просто. Тут у меня скотч и вот пищевая пленка приклеилась скотчем. Буквально пару минут. И вот наша елочка на столе. Ну классно ведь, скажите. Просто и классно. Сейчас украсим. С двух белков 4 снежинки готовы. Теперь отварную морковь мы нарезаем небольшими колечками. Не слишком толстыми. Возможно, не вся морковь может уйти на оформление салата. Сейчас. Морковь не перевариваем. Тут главное, чтобы не распадались снежинки, не были слишком мягкие. Видите, как легко и просто. Отварная морковь мне понадобится еще для оформления блюд. Многие пишут, как называются эти вырубки снежинки. Покупала их уже очень давно. Они называются молды для мастики. Покупала их просто на рынке. Вот так пробегала и смотрю, такие интересные формы снежинок. И я купила сначала эту форму, потом у меня есть еще другая. Разного диаметра, разной формы. Можно и печенье делать, и украшать салаты. Вообще легко и просто, без всяких усилий. Ну а дальше оформляем салат, кто что придумает. Я не люблю, когда много зелени именно у
укропа в салате, поэтому я решила немножко вот по краю тарелочки буду выкладывать, немножко на елочку. Ну, в общем, знаете, без фанатизма. Все должно быть в меру. Салатик готов. Вы посмотрите, какой он праздничный, красивый, несложный в приготовлении и всеми любимый. Желаю всем хорошего, предпраздничного настроения, улыбок, счастья, веселья. Пусть все у вас будет хорошо. С наступающим Новым годом! С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь моими видео с друзьями. До новых встреч!